Хто такий єдиноріг? Єдиноріг – це лошадь з рогом, і ще у нього бувають крилля. На самом деле никто нигде видел единорога. Это такая лошадь, что у него придумали люди, что такая легенда, что в каком-то мире есть с единорогим, с рогом своим. И говорят, что он очень сильный и может делать розовый лазер. Единорог – это лошадь, но только они сказочные, их вживую не бывает. Но и еще они отличаются от обычных лошадей, потому что у них на лбу рог. Это как лошади, только с рогом на голове и исполняют желания. Я думаю, что на самом деле они не существуют. Это такая лошадь, у которой есть рог. Радужные, красные, розовые, фиолетовые, синие, зеленые могут быть. И они могут иногда и летать сами. Единорог – это такой сказочный персонаж. Ну, есть сказочный персонаж, а есть в жизни. Они, наверное, живут в Африке, но что они едят, я не знаю. Единорог – это животное, не существует. Он бывает только в легендах разных. Это такая лошадь, у нее рог торчит, как у носорога. И этот рог магический. Ну, они бывают разным, ну, таким белым, коричневатым цветом. Ну, они бывают по размерам несколько метров, могут быть несколько сантиметров, если маленькие совсем. Они живут в разных таких лесах, ну, возле водопадов, там озер. Он выглядит, как обычная лошадь, только с другим цветом, с крыльями, можно без, и с рогом. Его придумали, чтобы делать с ними всякие мультики. Бывают такие единороги, но это не единороги, а пегасы. Это единорог с крыльями, только без рога. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.